И снова всем здравствуйте. Я рад приветствовать вас на своем канале. Выбрались наконец-то на очередную рыбалочку. Посмотрите, сколько вещей. Не знаю, как это будем сейчас все тащить. Ну, как-то утащим, потому что выбора у нас нету. План сегодня такой. Поставим жерлицы 10 штук и порыбачим на удочке. Первый раз выставлять будем жерлицы. Купили живца. Тут, по моим данным, на нашем секретном месте есть щука и судак. Ну, посмотрим, в общем, что поймаем. И в процессе приготовим кролика на мангале. Ну все, в путь, ребята. Я сейчас лунки намечу. Ну, лед очень толстый. Ну что, ребята, вот мы и расположились. Одну удочку я уже закинул, прикормил. Сейчас вторую лунку также закормим. Мотыль кормовой. Можно сверху вот так бросить. А можно кормушкой. Так вот, кормушечку я вам уже показывал в прошлой рыбалке. Все, кормушечку отпустим туда. Как раз глубину посмотрим. Так, ты что? Застряло что-то? Не понял. Глубину не понял. А на третью лунку поставим жерлицу прямо в палатке. Ну и потом пройдусь, наверное, на улице еще поставим. Так, здесь мы опарыша, а сюда малинку. Вот у нас рыбки живчик, живец, чебак. Чебачок небольшой. Ну, интересно, что клюнет. Ага, тут три крючка. Отлично. На улице минус 20, в палатке красота, отопление, тепло. Ну, за последнее время
Успел поставить еще пару жерлиц. Вот так вот живчик у нас в сковородке плавает. Чебачок. И пойдемте покажу, как я там выставился. Значит, первая жерлица, вторая, чуть подальше третья. Рыбаки сидят. И с этой стороны поставил четвертую. И вот так вот все рыбаки сидят. Наверное, что-то ловят. На улице красота какая. Сейчас, может быть, еще поставлю. Передохну, а то сверлить вручную. Что-то тяжко с непривычки-то. Сходил, ребята, проверил все жерлицы, чтобы не замерзли. Живчик весь живой, но никто не подплывал. Люди уходят, вот одна палаточка осталась. Ну и с другой стороны тоже люди ушли уже. Но мы пока не клюет, приготовим с вами божественного кролика на мангале. Нам нужен будет уголь. Есть самодельная приспособа такая, типа кровати. То есть ножки регулируются по высоте как надо. Но они нам сегодня не пригодятся. В мангал он не влазит. Просто сверху. Вот так. Оп. Сначала план какой? То есть он уже замаринован. Сейчас в фольге его делаем в клубочек. Кладем. Он там будет тушиться, томиться. А потом откроем и уже обжарим его. И должно получиться очень вкусно. Давайте приступайте, пока не стемнело. Сразу побольше угля насыпать. Наверное, налет надо все-таки поставить. Сейчас в процессе посмотрим, если что, налет поставим. Открываю ворота, суета пришла. О, я думал, вспыхнет. Ничего, красота, на улице холодно. Мы такое на льду зимой. Первый раз на такой рыбалочке. Так что, ребята, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, кто еще не подписал. Пишите комментарии, это очень обязательно. Ну и, конечно, если вам не нравятся такие видео, но вы все равно смотрите, то обязательно сделайте репост где-нибудь на своей странице ВКонтакте. Так, готовим кролика, пока у нас разгорается. Вот, ребята, вот такой вот у нас замечательный кролик. Прям в противне будем его тушить. Сейчас я его замотаю. Секунду. Все, заворачиваем нашего зайчика.
так вот сбоку. Руки замерзают. На улице зима все-таки. Так, есть. И огонь у нас, да, уже? Вот, вот так вот он будет замечательно запекаться. Все, ребята, ставим нашу приспособу. Смотрите, как идеально подошло все. И все, и пусть стоит. Пойдемте посмотрим жерлицу. Что тут у нас? Ну, рыба есть, дрыгается хорошо. Вот такой вот живец. Прям сковородочный, хоть сейчас на сковородку его. То есть, как вы видите, все по уму, но не клюет. Это уже не от меня зависит. В прошлом сезоне тоже ни разу не поймал ни одной рыбки. Сколько видео вам снимал, вы сами видели. Ну, в этом-то, я думаю, уже мы должны что-то поймать. Или так и буду я, рыбак-неудачник. Ладно, кролик готовится. Жерлицы заряжены. Ждем. Ребята, решил, пока кролик готовится, прям здесь и рыбачить. Стоишь, рыбачишь, у тебя все готовится. Красота. В этот раз я хоть научился сверлить уже лунки. Ну, еще не так получается, как у профессионалов. Но все равно уже знаю, в какую сторону крутится. Так, что-то не то. Ну и все, пойдет. Сейчас я за удочкой. Опа. И все, и вот так буду стоять и рыбачить, и готовить. Пока у нас там все томится, все хорошо. Ребята, смотрите, поймал рыбку, блин. Не знаю, кто это. Ну, с мизинчик. Сейчас мы поменяем живца. То есть вот этот, он очень мелкий, он будет лучше, чем вот этот крупный. То есть мы вот этого крупного сейчас уберем. Так как тут, посмотрите, какой сковородочный. Этого просто отпустим, а этот пойдет уже вместо него. Да не убегай, не убегай. Такой маленький, что я его даже удержать не могу.
Вот, и он вместо живчиков самое то будет. Давай. Все, процесс пошел. Ребята, вот прямо около мангала стоял рыбачил. Ну, конечно, это не та рыба, которую... Ну что, ребята, прошло больше часа. Наш кролик потушился. И как говорил, о, какой аромат пошел. Обалдеть. Ух ты. Вот. Про что я и говорил, что он потушился, он как бы сварился такой. И сейчас мы его приготовим. Уже на этой приспособе. Аромат, конечно, бешеный. Так. Горячий. Сейчас нам нужно его обжарить. Опа! Но он уже готовый. А, горячо. Сейчас чуть-чуть пусть остынет. Я его разрежу и раскрою и положу его. О, прекрасно, ребята. Сейчас будет божественный ужин. Еще не знаем с оператором, останемся мы здесь на 24 часа, либо через часа 3-4 поедем домой. То есть будет зависеть все от погоды и как будет клевать. Если не будет клевать, смысла нету сидеть, ночевать на холоде. На улице резко похолодало. Сейчас температура где-то, ну, минус 25. Ладно, хоть ветра нету. Так что готовим. Ждем, может быть, сработки жерлиц будет. А если не будет, ужинаем и сворачиваемся. Переворачиваем. Ох, ох, ох. Вот это да. Посмотрите. Какая красота. Какой аромат стоит. Просто бомба. Это бомба, ребята. Ну что, ребята, наш кролик готов. Вот такой замечательный получился зайчик. Смотрите, как он приготовился. Очень хорошо. В лунку чуть не упал. Так, как вам показать-то вот так вот? Отрезаем кусочек. Вилочку, пожалуйста. Спасибо.
Ох, даже отрезать не надо. Вы посмотрите, какой будет замечательный ужин. Ох, ароматик стоит, слюнки текут. Он просто офигеть, как приготовился. Всем приятного аппетита, кто кушает. Тарелочку, пожалуйста. Спасибо. Ну и пробуем. Очень вкусно, ребята. Ну все, мы ужинаем. Еще часика два смотрим по рыбалочке, что, и там уже будет видно. Кролик, конечно, вообще ништяк. И можно вот так вот между делом сидеть, рыбачить. Очень вкусно. Прошло часа 3-4, наверное. И у нас есть работка, посмотрите, прямо в палатке. Крутит, крутит. О, о, что-то идет. Да ладно, это шутка. Собираемся мы, в общем, домой. Поклевок не было на жерлице. А так, немножко половил, но очень мелкая рыба. Это мы зарыбляем чебуком. Отпустим купленную рыбу. Не зря говорят, на рыбалку с собой рыбу брать нельзя. Все, рыбка наша поплыла. Собираемся, на улице уже очень темно. И попрощаемся уже около машины, когда соберемся. Ну что, ребята, заканчивается там же, где и начиналось. Кое-как мы это все собрали в кучу, дотащили. Весь обледенелый, кругом лед. Так что обязательно лайк поставьте. Ну и всем, кто досмотрел до конца, огромное спасибо. Всем пока, не болейте, хороших вам уловов и до новых встреч. Чао.